Значит, Том Пеппера. Том Пеппера. Том Пеппера. Блин, и рыбу-то забыл. Ты его в РК сначала позови. Блять, чё я всем эти дал? Сейчас сказки крипов. Ой, ёбаный в рот, у меня аж, сука, на 3 бафа лапы хватило бабок, блять, купить. Ёбаный в рот. Ты хочешь сказать, у нас лапы не будет, если мы упадем? Еще 2 есть бафа. Ты, блядь, иди покупай. Давайте, мама. Баф. Могу слона поставить. Идите, куда вы все пошли? Этим с бафом. Слышали хит этого года песню? Точнее, еще прошлого. Какой? Не забудь-ка твой любимый цветок. Не слышал? Это Анар постоянно его пел, блядь. Как дрочил. Ладно, сейчас. Давайте фласки пьем. Чек на пол, Герус, так, блядь, о, Даш. Так, блядь, Пеппер в Аргримарии, надо его сумануть пойти. Че он там делает? Фласки берет. В РК он еще не зашел. Черкани ему в чем, может, он тебя послушает, чтобы в РК зашел. А кто там, черный лимон, давай тыкни с нами. Заходи, сейчас зайду. Так, что, 2 стака поддержишь, потом я заберу, Бог тебе дал. Ты 2, я 2 стака подержу, потом ты заберешь. Себя скинуть я не знаю, как будет. Если я только БЗ не буду отдавать, на тренинг пробежусь. И на этом как-то, на защитнике как-то. Ну, лучше БЗ отдать на второй стак. Тогда на... Когда второй раз буду себя забирать, я ревностно придется отдавать. Да там, по идее, когда я буду забирать, второй раз уже должны тут добивать. Да. Ну там останется, да, 1200, там можно как бы покайтить вообще его. Блин, плохо, тут тапки не зачарили. Гоу кто-то, на Пеппера с МНМ. Или у тебя напитка? А, тут уже. Био-то есть, но сокет, ой, реги нет. Че, я думаю, ауру от огня я поставлю, Пеппер сосредоточение. Все, он в РК зашел. А, и че, у меня уже мастер ауры есть? Да, у меня мастер ауры, я тогда сосредоточение, он огонь ставит. Коня убери, клокемпы. А, погоди, ну да, я каски. Англиф на хп кричим. Хулипал клокемп опять. Давай камни. Давай я это сделаю.
Че, все на хаст? На кого напуливать? На что она выйдет? Сейчас, сек, подождите, не запускайте. Много. У кого что там? Сейчас, сек. Ураканя так и будет стоять? Лучше на броню, конечно. Или от огня. Триксы, умеешь кидать, чтобы снимать с себя баф, который угрозу передает? Чтобы так сделать, нужно написать макрос на триксы, на цель. И написать строчку канцелаура. Маленькие хитрости, и тогда с тебя будут отменяться маленькие хитрости. Че, я не слышу никого. Все молчат. Да. Я готова. Снимите накидки все. Там даже вот эта серебряная, она авангарда сейчас линканула. Чтобы вообще тупо ни накидок, ни ленточек не было. И эти макросы, которые оружие, короче, у вас из рук в мешки убирают и обратно тоже убирайте. Чтобы не тыкнуть случайно. Слышно, да? Нормально все? Еще раз говорю, там триники все с панели убираете, что выше 245-го. Оружие там 264-е, ПВП-шное. И макросы выбирайте тоже. С опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направит... Тут мне гейм нужен будет на этом боссе или нет? Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Коня убейте. Ауру коня. Я видел и более достойных соперников. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Алло, алло, слышно? Да-да-да. Тебе огненная аура, мастер аура. Кира, ты где? Ебать. Бэрн. Ты не прожался. Бэрн, фламб. Меня моб сало дает. Бахайте сразу же. Да ебаный в рот. Давайте, может, упадем лучше. Да, ложимся, ложимся. Обновим. А чё ты, не держался, что ли?
Гера, где черный лимон? Как это? Я заберу с тебя на второй раз, там кинешь каплю сразу. Я сразу как носить два стека увижу кину каплю. Где дичь, я выйду? Ясно. Я сейчас. Где я вышла? Так точно везде. Видите, сразу все, чтобы не было, там пришло. Лимон, выходи с инста. Здравствуйте. Выведись. Пятьдесят. Ну, слушай, ты чё, этот с набольте сел, да, ДПС у меня нет, как в прошлый раз. Хорошо, будем мультидотать, там стану, надо работать или нет? Вроде, да. Женя, слышишь, анимал? А, что? Как вы делаете? Ты первый стак ловишь, а потом уже Слава танчит, да? Не, первые два стака, потом он забирает, на меня Боб дает два стака у него, потом я с него заберу. А, понял. Ну да, нормально. Бля, а чё они по хи? А чё-то фигня? Да, там, блядь... Чё-то что-то... Больше, чем ХП у меня, блядь. Бывает, я на ХП не поставлю. А крик не на ХП? На ХП крик был, нет? 50 тысяч. Был бы. Блядь. А Англих режь броню тоже у всех боссов, которых мы бьем. И деморализующий этот крик делай. Ничего, нормально, это первый босс, он пиздец какой жесткий. Всегда так было. Все готовы, запускаем. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв... Ставьте кто-то костер, пожалуйста, вот это... Это демо. А, сейчас. Там Колизее вам предстоит сразиться... Все, ставлю. Те из вас, кто смогут пережить испытания, пойдут... Напоминайте Горн, миленький Хант, пожалуйста, то я могу забыть. Цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак... Ты черный лимон. Герус пилот наш. Чудовища, не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников. Поставил костюм. В этом круге ты напрасно тратишь наше время, паладин. Я не могу атаковать эту Погоди. Боб давал, нет? Давал. Не дадут. У вас так и было, не те? Где играем? Давай камни. Блядь, нам обольт. Всякий остальные сберут, бля. Блядь. Надо-то падать. На хила бросаться, тут снобль. Она в одного не выхилит. Падайте. У нас хилит.
потом мне под мастер аура еще косты сбивает, что-то вообще какой-то нонсенс, блядь. Этот моб, такого не должно быть. Стан дает, по-моему. Че, может банку с собой здесь не пить? Она работает. Хз. Да тут скорее банка на зелье скорости понадобится. Сразу выходи, интересно. Он пишет снобль, да что-то притяжка, попробуй потом, если что. Попробуем. Может просто если на хиле будем убивать его и все? Мамонт танков он шутит тогда. На нем же тоже стаки там копятся. Че 50. Ладно, скажите, если что, попробую вытянуть. Че, убиваем моба или нет? Нет. Просто бей. Потому что на боссе, чем дольше мы убьем, больше стаков. Потом он танков просто на один удар подпушит. Три минуты до бобка еще. Пеппер, дашь ему боб? Ну скажи, когда. Ага. Че, чек могу? Заранее скажи, типа, приготовься сейчас боб. Сейчас запускаю. Ай, когда это, Гера сколько? Байер еще 3 минуты. 3 минуты. Давайте подождем Геру лучше. И боб подкатится. Угу. Короче, сколько хп у него было, ты не заметил, когда я с тебя его забрал? Блин, что-то не заметил. Короче, там, как я с тебя заберу, там каплю сразу, ну ты понял, да? А потом я незыблемость отдам, потом ты опять его будешь забирать на себя. А ты сам с чем скидываешь? Ничем. Чем? Вот я и думаю, ревностного дать или чтобы Пеппер мне этот боб дал. Сейчас давай я тебе болт дам, ты да, ты держишь два стака, я тебе болт даю, я два стака держу. Отдаю ревностного, потом ты забираешь, даю тебе каплю, а Пеппер мне болт дает, чтоб я скинул. На одном стаке я с тебя заберу. Ничего не понял, короче. Ты расскажи сначала, я танчу два стака, потом ты забираешь, да, на тебе два дают? Стака. Даю тебе боб, ты скидываешь стаки. На мне два стака, ты забираешь, я даю тебе каплю. Uh-huh. Ты забираешь, Пеппер мне дает боб, я БЗ не отдаю, я отдаю, ревностного отдаю. А, все ясно. Ну, ладно. И то есть у меня будет уже ноль стаков. И там еще БР две минуты. Ой, не БР, это Рост. Сильно много он бьет, сука, по-моему, так не должно быть. Че, привыкли к 6,5 или дойти? Да нет, по-моему, он так не бил. А, нет, КД, откуда КД? Чуть неправильно. Ну, запускайте тогда. А, все. Да. Если броню игнорить, то да, это хуёво. Добро пожаловать! Все, запускаем. Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания,
войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более. Немножко отходите, чтобы я его не отменил в лишний раз. Ты напрасно тратишь. Да раз бежит вперед. Рост. Забрал? Баста. Давай как. Какой перда не будет? Дай бог, есть бог. Все есть. Давай. Готовься. Ну теперь его хитить. Отдал кровь, забер. Сюда убило. Если убить с ним буду. Дайте баф сразу же. А я левого, ты правого. Сейчас сноболев сейчас выйдет. Когда увидите жертву, если баф дайте. Сейчас заберусь тебя, да. Да тебе не обязательно, просто они ко мне должны бежать. Ты что-то бегут, подбегите к нему туда. Миль, Пеппер, беги ко мне сразу, поближе. Ближе, БДК, подойдите. Стопай, чтобы уже тут. Сюжет, что мне сейчас... Да, я Сакши нету. Совсем снял? Да. Еще 10 секунд еще. Маны. Друид маны. Еще кинь было разом. Маны, друид. Маны. Лэмбало. Ставь, кто там? На лимон. Выбивайте. Видись. Нормально, выхили. Далеко разошлись. Разбежитесь. Рейндж. Хинти. Добейте эту мою дуру. Нет, не добав. На ком-то желчь была в рейде. Прибегите, снимите с него. Вот. О, ко мне. Сняли, да? Да. Все, теперь она на одного кидает. Там баба есть у тебя? Надо зербить быстрее червя. Да, есть. Кинула на меня. Че босса подначишь? Ты снял. Я от льда урда. Кин. Именно прыжок
кого есть девка, лучше жмите. Слышите, у кого есть девка, бабл, там, тучка, лучше жмите. О, кожу. Зимний сад. Есть эти сакру, да. А кто сдох? Зачем ты сдох, сука? Негодяй. Еще потом капли, да. Там кровь есть. Вот забирай, забирай на тебя. Видишь, у него мало хп таких. Захват прожат. Бля, прикинь. Да я бабла прожму. Снобальт и сняли всю эту бройку. Улетел далеко. Захват ей. Как плюза. Ханта отпрыг просто юзать. Никого не знаю. Во, наконец-то ему. Врезался этот душар. Все чудовища повержены! Нормально. Чё тут на фурика он? Пояс. А у него такой же, ты кто? Другой кто-то видит, возьмет. Шея нормальная. На Жорика героя будем ждать? Сколько КД? 4 минуты, давайте подождем. Ну минуты 2 уже можно, наверное, запускать. Что там, представление пока 1.5. Но тут у нас один маг, смотрите, и прицел. Только они двое могут стаки снимать. Надо кому-то, ну, что-то сролил там. Еще шаман, черный лимон тоже. Точечно, я думаю, там уже вообще есть. Вон это. Жека, у тебя на кота это есть? Шея? Есть. Есть уже. Я с ним. Ваня, далеко не уходи только. Просто думаю, внутри диспола это вообще четко было. Да, тем более лимон будет два снимать сразу так. Для големов тоже надо залить. Под големов там мастера вот что ли, сакру какую-то. О, это да, я под вулкан, это да. Сакру. Пусть Ваня релогается, если ему надо. Давай релогайся. Фан, ты релогаешься? Да, да, релогай. Можете ДПС линкнуть, я что-то сбросил случайно. Англия в первую, сейчас. Ха-ха. Фрик-то первый. Кстати, блять, ёбаный в рот, истерию-то не кидал. Давай я макрос напишу сейчас. И ты мне, Англия, в РК говори, когда там кидать, чтобы я в жажду не кидал. Слышишь, в РК можешь говорить? Ханту? Вот. Я тоже, в принципе, могу триксы бросать, не танку. А, например, вару.
Нет? Ты умеешь отменять себя баф? Не умею. Так напиши канцлавр этот самый маленький хитрости. Сейчас тебе напишу в РК строчку. Что надо делать? Ладно, ты пиши, я запускаю, все готовы. Вот эта строчка в РК, она добавишь ее, и она отменит с тебя баф. То есть надо тыкать несколько раз быстро эту кнопку, которую ты кидаешь на цель. Да, перебафай каски, анимал. Ничего. Перебафай. Что это даст? Это даст то, что вар не сорвет агрос танка. Каски есть, ну. А да, просто перебил случайно. Ну, то есть ему не будет перебиваться твоя угроза. Ну, ладно, пойду. Да, я только. А по себе-то просто ты... Так, Андрей, все-таки будем на тебя. Слышишь? Или ты в РК не можешь говорить? Продам мне по памсам, мастером призыва. Ты покорен мне, демон. Да ну какой-то этот фетиш какой-то беспонтовый, по-моему. Плюс с перчатками еще работает. Тут наберите раньше, ребят. Черный лимон Геру тоже. Секунд через пять. Вот так не достаю до фламбы и до жанку. Вот как вот сейчас видите. А вот так вот до Англии. А, до всех достающих нормально. Чё? Стерео. А куда сейчас будет? Врата. А, анима. Я достаю, я похилю его. Горд, захилю себя. Как-то я забываю на вас кидать. Коростаки там будут, готовьтесь. Максимально быстро надо снять. Цел. Андрюха побежал. Секунд вулкан. Мастера готовь. Заглядите, лайки, блин. Заливайте в мили. Эйр, блин, босс. Жанку не достаю. Вот теперь нормально. Залейте этих фидеров, мобов, залейте. Хиль по хиле, я не могу, вся хиле. Я могу зажим не дам. Где-то скоро стаки будет. Портал. Просто может 700 тыкать. Не, портал. Не, портал надо, портал. Все нормально. Все, добивайте босса. Ты босса. Сейчас опять там стаки скоро должны быть. Вара. Стаки. Отлично, убирайте. Уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией.
К счастью, вы победили демона. Ну, эти, как они называются, чемпионы, это чисто контроль, индивидуальный игрок каждого игрока. Собаки Альянса. Победители демонов на воинов Орды. Ваша смерть будет быстрой. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. У нас же это пальпация, это шпшника более-менее собрана, да? Они хотели запятнать честь Альянса. А нет, это дом. Они пытались нас оклеветать. Я требую. Тирион, позволь моим. А у нее, может, не только шпы, еще кто-то есть. У нее она что-то два дня назад писала шаман, что там собран, то есть не хватает пары шмоток, что ли. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Смотрим. Спасибо, нет, Кристалл. Один милик рогает, да? Еще норм. Я кольцо за ней делала, оно вроде как получше, чем то мое. Так и делай. Так, а там надо камень ставить, у меня его пока нету. Какой тебе камень нужен? Вот там желтый. Какой бы уставить? Да у тебя все на РП стоит, так ставь тогда на РП. Не подсвети, подсвети. Камень сделать. У меня есть красный камень, если надо, дам ингредиент. У меня есть красный камень, у меня есть желтый камень, у меня есть оранжевый камень, синий камень, и все, что хочешь. Один 100 голду у меня есть. Ха-ха-ха. А, камень. Я рогу подержу. Ты ханта подергай, чтобы он не стрелял там по хилам. Это вообще не поможет. Ну что, ты камень я сделал, нет? Да, я сделал. Да-да, спасибо. Поставил уже. О, давайте квадрат первого вольемся. Гера, давайте без Геры, чего убьем, пофигу. Конечно, Кристо, блин. Суслик поконтролит шамана. Ваня, давай ловушку под шипешника, чтобы он постоял несколько секунд. Ну, Фурик ворвешься в этот холипал. Ну, шаман в жабу, там, ханта, ПКД. А так что, квадрат, ханта, а потом уже фигня там будет. Я этого рогу отвечу. Чек на ту. Главное дисплейки. Квадрат. Квадрат. Квадрат бежит. Квадрат, я его притянул, потом побегу другие бить. Пойдем в сторонку тогда, я там думал, оттенить что ли. Все, все готовы, начинаем. Рогу забрал. Забрал бомжести. За собаку фернул, собаку не трогать. Герус, диспельте с них. Собака бежит. Да ферну, ферну ее. Рога сибас. Где он? Ну кто, блядь? Писай. Просто один раз прыгнул. Это на щит маны, вешай на себя в КД. Сусил, вставай, если тебя рисун. Каску дала? Я далеко не смогу не бахнуть. Черный лимон, не умри. Забейте, блядь, пожалуйста. Лока, локоть убивайте. Лока, потом ханта играйте, трусы. Ну, вот иди. Кота забери с меня, кота забери. Да не сдохни за это. Диспел, проклятие. Ну, шаман. Диспел станется. Подиспельте, блядь. Сам.
хилам контроль какой-то, да? Тусил, тусил, щит на ману юзай, тебе же говорят. Пиздец. У тебя три камня на ману, прилив, я хз. Даст тебе иннерш этот, друид. Потом это какого-то хила заливайте там. Ребят, их иннерш. Он заебал захиливать. Кто там следующий у вас? Холипал? Или кто? Можно холипала. Шамана-то контрольте. Видите? Дал сало шаман. Там следующий каст, Пау. Диспел, диспел, бабл, бабл. Нету маны. Пусть варса собьет, ебаный, че это шипы только. У меня говорю, маны нету, блядь. Иди нахуй, вар, понял? Тихо. Дай гим. Че там, на варе кнопку потерял? Дай фир по звезде, блин, он заебал захиливать хулипал. Да, жабу на звезду дайте, блядь, хули вы просто так играете? Потому что вот он контрол сбил опять. Бога вообще не мог яды намазать, что-то ядов не вижу на хил пресс. Все, добивайте звезду эту ебаную, заебал хилить уже. Это ПВП, блядь. Не знаю, ни одна кнопка здесь должна нажиматься. Ну, три, ладно. Какой-то контроль-то надо вытаскивать. Так я говорю, одна хилка и два контроля. Все, больше ничего не надо. Жека, собирай просто ДД паладина, короче, будешь, блядь, на ДФБ, блядь, убивать соло рогу, блядь, или какого-то. У меня есть. У меня пухи все есть. Надо было гасить, сука, переодеваться, гасить тупорогу, блядь. Я бы уже его убил. Еще станда. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее. Фетиш. И ботинки РДД нормально. О, ботинки, да. Тебе на слову фетиш. Сука, да, ботинки. У меня есть. У меня фетиша нету на сову. Ну все, теперь жопа, блядь. Как теперь будем делать? Да. У меня тренинги скоро нету на этих боссов, блин. Давай еще раз людям надо понять, что ну, чем быстрее сменят они цвет, тем лучше будет. Если смена... Да. Давай, знаешь, как сделал. Занку и Клота бьет твою Валю, вот ты эту. С белой сферой ты, Клота и Занку берут белую сферу. А весь остальной рейд черную. Вот тогда, если там щиток, то сразу же как остальные группы переключаются, как берет черную, белую сферу и бьет валим другую, знаешь. Еще предлагаю, наверное, в метке лучше стоять, чтобы кто-нибудь не только дамажил контир ДД, например. И можно вообще ее свести их, слышишь? Ой. Можно их вместе поставить. Свести. Да-да-да, идем поближе, нормально будет. Но у нас чтобы... тут из ДД два милика всего лишь, это Рога и Вар. От ихнего дамага все зависит. Адреналин, вот этот, и жажду оставьте все на щиток. И если щитка два будет, я истерию еще оставлю, там скажешь, Мака, смотришь. Что, я сейчас беру белую, а потом, когда она говорит смена цели, я меняюсь или нет? Когда на вас, допустим, черная сейчас будет, да? ДБМ напишет цвет. Будет белая. Без разницы какая. На вас какой-то цвет. ДБМ напишет смена цели, значит надо менять. Короче, я... Бля, если... Я тоже это как бы все так для себя понимаю.
чтобы вам объяснить это, не могу. Блин. Сейчас, мы с Хантом будем всегда перебегать постоянно с одной Вали на другую, как-то, я не знаю. Да. Сейчас я запусти Валик, пока Валик не трогаем, просто берем сферы. Надо вникать во все это дело. Так, давайте вот Лена Клота замку, и Войт берет белую, остальной рейд берет черную. Идем к белой сфере. Мы Валик сведем. Вы не беспокойтесь, успеете переключиться между ними. Гера только под щит. Если другая валика стоит какую-то воронку, противоположную цвет меняйте, чтобы вас не сваншотили. Да, Геру я скажу. Ну там щит, увидим Геру, скажем, если надо. В общем, я вам предлагаю эти сферы, короче, не ловить всем рейдом, а как-то оббегать или заметочкой двигаться, предупреждать. Да. Две сферы, если вы словите, две сферы противоположные, это как бы вас ваншотнет. Одна еще можно прохилить, если вы еще какую-то дефку нажмете. Смотрите, как делаете. Вот на вас сейчас темная сущность, значит, вы ловите темные сферки. Потом, когда переключаемся, берем светлую сущность, вы ловите светлые метки. То есть, если вы в черной сущности, значит, вы ловите темные эти шарики. Все очень просто. И еще раз напоминаю, шарики противоположного цвета ловить нельзя. То есть мы сейчас стоим, ловим темные. И еще. Потом переключаемся, ловим свет. Ты не будем их сводить, потому что моя валька может начать вихрь крутить, и вы можете не сменить цвет. Я лучше оставлю ее здесь, потому что там два РДД и вар с чаржем, они нормально переключатся, я так думаю. Так что будем тут стоять. Ну давайте так. Ладно, давайте чекнуку. Этот Пеппер, можешь покидать джагу на ту вальку, которую Войт танчит? А я на нашу. Кто танчит? Которую Войт танчит, а которую я танчу, я сам покидаю. Окей. Так, что там, Сегапа? В прошлый раз тут вайп, но скидки по черному. Ну это... В прошлый раз у нас суслик умер агросного. Не рви агрос, смотри на другую валю, наведи контур мыши. А там покажет тебе агро, как его, если у тебя включена эта фигня. Да там оба танка умирали. Все, все готовы. Че, БР нету? Сколько БР? Погоди, погоди. Минута 20. Давайте подождем. Лучше подождать. Там захил нужен очень жесткий, блядь. Ну, по двум танкам холипал, там ходки, слышишь, фламбы все развешай. Черный лимон на ком будет держать этот самый? На... Шары. На одном танке там шары, в другого танка волну, и через того танка на ком шары цепуху пускает. Через... А мне черный лимон повесь, шары на обой, да, потому что у меня ревность спасет. Раз говорю, тут... Дамага не от чего получать. Я урон от босса захилю почти в соло. Главное, шарики не ловите и все. Пофигу на этот ДПС, успеете. А в чем прикол прицел? Смотри, ты этот палец можешь еще на другую валю вешать тоже. И слово кнугу. Я так вот команду не резал, но помню. А ты бьешь через взрыв? Да, бью через взрыв. Ну и чё, хорошо. Единственное, что успех не под взрыв сделали. Сколько БР? Всё, БР уже 5 секунд. Всё, ну. Так чё, мазать яд на минус отхил или нет? Нет, уже нет. Нет, сейчас не надо. Сейчас не надо. Блин, а чё мне тогда всё говорят? Это только делается на чемпионах и на нубе здесь. Все, у тебя нормальные яды стоят? Да, у меня обычные. Все, ты так. Все готовы? Поехали. Порядок. Посмотрите как. Темная сфера ваша. Светло. Пошли. Thank you.
сухо. Продолжаем. Берите черный. Какой? Остаемся. Бьем. Нормально. Ну это мои, которые они ваши стали бить. Теперь можете взять обратно белый. Продолжить. Что, я даже тоже белый обратно, да? Да. Сухо. Два. Рейд, светло в рейд. Геру дайте. Черную ту бейте быстрее. Бьем. Геру. Остаемся и бьем. Давайте. Все так. Геру. Сейчас посорвал как раз. Зимну мы всегда убили. У тебя БЗ есть, Дел? Энимал? Я пока нет. Не убираю. Каплю мне дать. Эманы срочно. Тем поставьте. Спецуха 5 секунд. Отлично. Сейчас готовимся. Здесь. Вот теперь меняем цвет, меняем. Цвет уберите. Я БЗ отдаю. Все добиваем. Теперь светлое ловим. Да, быстрее. Так, круто. Я тебя быстро убить еще. Все, что-то very easy по тактике раскидали. Да, блядь, все сферы нахуй Кривлю поймал. Плохо не знаю. Я два раза под этим могуществом был, блядь. Ну все, последний босс остался. Это кто два? Чего, Настя, у тебя чуть сердце не остановилось? Ну кто-то проседал, наверное. Сейчас на Нубе еще стресс будет, только ты там не оверхил. Там, да. Рейд надо на 35% держать. Так, еще раз на Нубе мне менять или нет? Кто-то говорит, что это не работает уже. Лучше на Маш яды, да. Мало ли, Хантер умрет. А это не работает уже, там написал Вар. Да? Все равно на Маш. По привычке. Будет хуже, будет минус ДПС. Тебе нужно-то один байкер в бою поменять, и уже не делать. У меня такого нет. Так только на Рексе сделает. У них нет яда, у меня этот нож для снятия шкур, я на него мазаю. Ну, допустим, на ИВК же не все собирают, там по два ножа, под... Я буду чё, болеть. Мы ждём Геру, сейчас можно перекурить, типа, да? Давайте, да. Можно включить песню по закатам прицела, так включаю песню. Сам себе? Нет, для всех вас. Сейчас перехожу в аудио режим, пока АФКшит, может это послушает песню. Я не мажу яд, как хотите. Алло, меня слышно?
Короче, меня слышно? Да. Я уже говорил 100 раз, но повторюсь еще раз. Насчет минус Хилана. Ну, сейчас он не работает. Бесполезно резать его. И если мы пойдем в 3 хила, мне кажется, это будет оверхил. И мы просто не задамажим его. Там ни рога, ни... Что, предлагаешь? Что? Предлагаешь? Я не знаю, я просто говорю, что... Ну, типа там вы говорите, вот яд намазать. Это, во-первых, минус дамаг у роги. И типа еще ханту обязательно баф вешать, этот дебаф. Типа он будет висеть, но резаться он не будет. Проверено уже не раз. Одного ханта хватит, он же химера режет. Ничего там роги не надо. Не режет, сейчас не режет. Насчет этого, да, вот бафа, возможно, придется снять хп. И, возможно, приступ придется снять эту хрень, там, которая отхиливает его. Не помню, ну, он говорит. Ну он снимет, если его верхил пойдет по рейду. А пока не надо ничего снимать. Ну да, конечно. Типа сейчас пока не надо. Прям во время рейда, если что скажем ему, он снимет и все объедет. Так что рога пусть мажет яды обычные, которые на ДПС. Когда это пофиксили? Я не знаю, может быть пару месяцев назад, может быть месяц, я точно не помню. А ну, с кем типа, ты проверял? Так и должно быть. Это? Что? Ну с кем ты и как это проверял? На Альянсе, короче, чувак есть, Медо, не знаю, знает кто его, нет. Он до хрена всяких штуковин делает, постоянно репорты всякие отправляет в Дискорде, там баги ищет и так далее. И он 100% знает, что это пофиксили, и он лично проверял. Вот, и ему верить можно. Я предлагаю, блядь, дроги, короче, намазать яды и по старинке убить. И не слушать никого. Ну, хз, как хочешь, на самом деле. Даже первая ИВК после этого фикса, 25-ку мы ходили. Ну, мы как обычно, типа, набрали там рейд, там, часть вагонов, все норм, убивали так не раз. В итоге был вайп на Анубе, потому что, ну, оверхила дофига было. Не резалось нифига. Ласку не хотят терять. Да, там просто осталось 7 минут. Типа на Анубе должно хватить. 11 минут. Еще хватает. Я никуда не офался. Заебись. Можно, короче, флампу на сову отправить. А этот, хоть раз использовали гимн на ману? Что-то как-то я не заметил, чтобы хоть раз командовали. Жека, иди в жопу со своей совой. Типа распределить, чтобы под тотем был гимн. Где-нибудь, не знаю, процентах на 50, может. И нараставить на этот, на третью, на вторую фазу. Да не, инер для лохов. Буду лохом, буду по себе кидать. Ерок. Ну, тут есть 3 хила, получается. Тебе надо будет деревом рейд держать. А 2 хила поочередно танков хилить, ману экономить, не знаю. Смотрите, в чем прикол, вот будет зарывание первое 100%, можно устроить второе зарывание, чтобы его перевести вообще без жуков, чтобы там процента 32 осталось, примерно 33, там пачка жуков вылезет, я, например, их танчить буду вот где-нибудь, вот здесь, где, чтобы случайно не перевести этого жука на фазу. Как жуки добиваются, все, на фазу переводим без жуков. Первую пачку, что, прицел контролит одного, например, справа, да, вот, где звезда, где вот с правой стороны они вылазят, хоп, он за контролем. А я буду слева контролить и этим, изгнанием за одного, там перевешивать буду. Вторую пачку мне придется забирать и держать на себе. Вот тогда вы должны хилить меня.
Да. Вот так вот. Если я могу на одного кинуть моба изгнания зла еще потом. А, ну да, если что, ты еще даже тоже можешь вот с правой стороны кто полезет, а я с левой там уже возьму на себя. Только метку ставьте и заранее лучше озвучить. Потому что мне надо будет рейдер же. КД слетело. Ну почти слетело. Добавляйте бафы, пейте фласки там. Че, у вас с маной проблема там? У вас получается фламба и прицел только, да? Это вообще печально. Ну также тотем есть. Тотем, наверное, профитнее всего сесть получше по мане. Тотем с гимном отдать, да? Нет, тотем норм. Типа, если под гимны выдать, нормально будет. Лен, заходи. Да, потому что гимн максимальное количество маны увеличивает. Вот. Лена все зашла. И это... Ну, Ваня, я тебе ВЛС написал, там, это, включи свою фигню. Вот, я не знаю, мне кажется, лучше давай Роги или Хантон. Все-таки они больше дадут. Да? Почему? Ну, мне так кажется, я не знаю. Да нет, ты первый. Мне так кажется. Я тебе говорю, ты будешь первым. Ладно, смотри. Даже если кто-то из них кидать. И да. Смотрите еще, как шаман, короче, хилится. Он через три цепухи отдает точечные в танка или тупо на рейде сидит, а мы с друлем на танках. Ну что, ну я вряд ли один выхилю, мне нужна помощь будет кого-то одного с хилом. Конечно, пусть танков тоже хилит. В принципе, давайте все, если готовы, давайте подходим. Ну тогда слышишь, вот. Лимон, отдавай тогда быстрину в танка коста через три минимум. Вот, я макрос напишу, ну, делаю, когда... Подойдите поближе, вот у нас здесь вот тотем мы поставим, здесь уточка. Скажешь, как начинать банку? Это я уже выпил. Все, Настя, смотри, там у кого будет быстрее, и все. Начинай, Войт. Главное, про сверки не забывайте подбегать. Третье. Трэш спрашивает, умер, нет? Умер. Пачку. Эти тоже лей. Если что, говори, Женя, собью каст. У меня есть кто-то. Нормально все. Взорваться в лужу. Рей. Вот и гости заявились. Трэш взрылся. Ладно, сейчас на переходке. Обнови крик на ХП. Ага. Скрабив только добейте все. Так и лишнее тоже не получайте. А они вылазят с фул хп или там что там? И они фуловы вылазят. Блин, херово. Сейчас надо бить их. Будет у нас еще одно взорвание или нет? Нет. Да. Вот сейчас будет вылезет. Наверное, будет. Может и будет. Какая-нибудь скажет. На, чтоб... День. А ну... Третий жуков маленьких.
сколько там процентов? 52 на пене? 52. Отец сдохли, походу. А. Видишь, да. Жуков сильно. Еще жук один. Доводите до 34%. Уже можно стопать. Если так хочешь. Уже стопайте, да. Подождем пачку трэша и переведем нормально без трэша. Все, стоп, вообще не бейте. Будем бить, где крестик, вот ты-то вот бей. Где крестик будем бить? Бей трэш. Сливайте. Ну, кстати, зарыться нормально. Может, без зарывания? Смотрите, он сейчас может зарыться, надо будет в лужу бежать. Бежим, че? Взрываться. Анимал. Пусть взрывается, нормально все. Сейчас вообще не трогаем босса. Там 31% у босса. Будем переводить. Не должен. Там 30 уже, ты видел. Ну где-то 30, где-то 50. Ну, если что, все будем контролировать. Так вот, как я сказал. Прицел. Справа первую пачку, а я слева первую пачку. Потом вторую, что, пеппер слева, а я там одного справа подержу, да, получается. Только смотри, я контролить начну, я на месте буду стоять, когда он сюда уже прибежит, почти в рейд. Да. Можно максимум? Если что, стан точно дам. Окей. Этот, Саня, я скажу, в РК, когда незыблемости не будет, типа, дефов нет, ты там бурсты будешь отдавать. Главное, скорбеха сейчас добейте. Все, блин. Не бей, никто не бей. Никто. Ждем трэш, сливаем и понеслась. Никто не бьет, шроки не надо, никакие, ничего вешать. 0.2. Сука, переведется. Жуков быстрее бейте. Кто-то его хуярит. 0.1, сейчас переведется. Жуков быстрее. Сильнее в них. Все, фаза пошла. Все прям. Вот, пошла. Дайте. Добейте, жука. Бейте босса, чисто босса играйте. Все, я танков у себя. Геру. Эншхила. Прицел, приготовься. Ты справа контролишь. Ближнего за контроль. А все, я понял, я этого тогда. Андрюха, блядь. Этого... Да я не забыл. Как можешь распадать? 2 секунды, дефов нет. Все, молимся. Как жуки в контроле. Теперь приготовься. Хорошо. Подожди, хернусь на хул. Да, укрой вампира. Одного на себя заберу. Ближнего заберу. Справа забираю. Справа забрал. Убивайте босса, он, блять, на 900 держится, сука. Давай. Убивай. Блять, мы вообще не сносим. Урез хила есть? Ханта нету. Рога, маш яд. Сука. Ханта нету, мы его хуй убьем сейчас. Сука, маш яд. Пизда, говорили же. Не падайте больше. Танчи, жуков. Геха, давай. Блять, сливай. Ебать, вы гоните. Подхиливай фламба, рейд живой. Бейте 600 тысяч. Урез хила. Как ты? Анимал. Пиздец, сука. Хант, срезай хил. Бейте босса с ним. Я слива. Бейте босса все сейчас. Даю войт.
Да, все. Подходите сюда к жуку, сука. Да, там 3000. Пиздец, сука. Хан сдох и обосрались. Накормит хозяина. Да ты фламба, блять, уронил ханта. Фух, ебать. Кло, ты сейчас мазала яды, когда я говорил? Да. И что, стал пробиваться, босс? Куда ж я знаю? Так мазала, я смотрел на хп, я смотрю, вы бьете 30 секунд. У него 950. Как было, так и есть. Ты намазала яды и стало, блять, 800, 700, 600. Ебать. Говорил, Маш, работает эта хуйня вся. 50% от хила срезается, он много хилится. ДПС у нас мало, блять, мы его не передамаживаем от хил. Какой 6.5? Вы как в следующий раз убивать будете? Убивайте сейчас в ДШБ. Нахрена мы здесь собрались? Гоните, что ли? Помните, что ли, отвечаю? Девайте с 245 и так же. Давай, два хила. Все правильно. И яд в этот раз ядом будет сразу. Чтобы не спадал этот хил. Он спал, и мы его, блядь, не можем бить вообще. Он не переводится никак. Залупа, не слушайте никого, что там хил не режется и так далее. Тут, блядь, пока на циркуле починят, 8 лет пройдет. Уже ачивку сделаете. Потом опять сломаю, бля. Давайте попробуем ламбо пробуем. На 2 хила. Два хила. Чтоб ты 2 хила. Шаман, захили. Тупо на танках сижу на себе, а шаман на рейде. И все, все нормально захиливается. Я в хп и ДЦ хилил. Ну что тут хилить-то? Иди. Хули уже заходить, чем мне не будет. Давайте так будет. Это не слово не надо заходить. Рыбу баф. Че, хилы, давайте вы на рейде сидите, сами я, не только на танках. Вас тут трое. Все изи должно быть. Че, мы так тренируемся или как? Да, в 245-м убиваем. 3 тела. Да. Уже перезаходить никуда не будем, так убим. Это можно было хотя бы в хилошмоте какой-то дамаг. Все готовы. Без табафа нет. Эпо там. Стабаф на стамину. Ну, все, начинаем. Погнали. То же самое делать. Переключайтесь.
Берите трэш. Открывается. В лужу, скорее всего. Один за руль, да? Да, на переходе. Кто видел, моб зарылся или нет? Наверное, да. Ну, один труп здесь лежал, а другой, не знаю, наверное, зарылся. Вылез моб, босс. Точнее. Скорби добейте. Кабус убейте. Все, переключайтесь. Не делать, а внахлёст, типа, убить мобов и сразу это, перевести, типа. Да, так и надо. Так лучше будет. 49%. Ещё 30 секунд до взрывания. Стоп. Перевод. Нужно слить этих мобов. Перевод. Геру дайте. И контролить надо. Уже. Давай. Одного за контроль, одного держу. Поменьше хиль, рейд себя на фул не хиль. Контроль на тебе был. С правой стороны. Сейчас домастерили. Мобы на нами. Просто контроль. Прицел. Вот, норм. ПВР есть пин? Да, он не зимний. Поднимайте его, без него вы не заберете. А ПВР нет. Все, ну чего не тебе? Вы в трехила рейд что ли удержать не можете? Я чего ничего вообще не понимаю. В чем проблема? Лады не хватит. Не хватит его вообще никак. Он стоит у него, блин, за каждые 10 секунд по 100 тысяч только уходит. Это очень много. Ну давайте пробовать. Раз мы пробуем, давайте пробовать два. Пусть он, не знаю, в хило шмоте в сову спекается. Косик. Ну там кто-то. Ну, Шаман, ты хилишь всех, кроме танков. Через три цепухи, если там супер лоу хп у танков, ты отдаешь быстрее. Все, тебе больше ничего не надо делать. Как ты не захиливаешь двоих человек, я не понимаю. И же тут 7 всего. Просто цепуху спамишь и все. Ты не оверхили. 50% уже спокойно можешь начинать нон-стопом хилить. Больше 50% не хилишь. Все, ничего сложного нет. Как ты прицелы уронила? Там вот 3 флешки уже отдавал, у меня там по 5%. Я не понимаю, блять, как вы так играете. Бля, это пиздец. Ну, фламбы действительно тут бесполезные, хуйня, как-то тулен, какой-то слабый. То ли у лимона спек, или не знаю. И пусть фламба в СВУ спекается, в хиле тогда где.
Так у него там нет целого, у него уже котка. Ну кто-то зайдите на ДД фламбы или лимон, у кого у вас есть. 245-й. ДДшка какая-то сюда. Здравствуйте, у тебя Элем? Спек второй.